Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Китае раскрыли секрет устойчивости российской экономики. Эксперты китайского издания Хуанзю Шибао сообщили, что коллективные усилия западных стран по обрушению российской экономики не привели к ожидаемым результатам. Российская экономика проявила удивительную устойчивость внешнему давлению и справилась со всеми введенными против нее санкциями. Помогло этому наличие всех необходимых для жизнедеятельности природных ресурсов и развитая промышленная база, которая позволила в оперативные сроки перейти на продукцию местных производителей взамен товаров западных компаний, покинувших российский рынок. Сообщается, что в среднесрочной перспективе уход западных компаний благотворно отразится на российской промышленности и сделает ее сильнее. Еще одним фактором, позволившим устоять перед экономическим натиском западных стран, является незначительное присутствие иностранного капитала в российской экономике. В китайской экономике, функционирующей за счет заводов и фабрик, построенных западными корпорациями на территории КНР, в этом смысле пришлось бы гораздо труднее. Сообщается, что на пользу России также сыграла значительная роль в экономике государственных компаний и предприятий, своевременно получивших бюджетную поддержку со стороны правительства и госбанков. Китайские эксперты отметили, что изначально западные чиновники планировали разрушить российскую экономику лишь посредством удара по банковской системе. Первые введенные пакеты экономических санкций были направлены против отключения российских банков от системы SWIFT и международных платежных систем Visa и MasterCard. Однако предварительно созданная Банком России отечественная платежная система позволила безболезненно пережить введенные ограничения. После осознания неуязвимости российской банковской системы, страны Запада решили нанести по Кремлю сырьевой удар, введя энергетическое эмбарго. Однако санкции в энергетической сфере оказались столь же неэффективными ввиду наличия в Азии крупных стран, испытывающих дефицит в энергии и готовых с удовольствием покупать российские ресурсы в неограниченном объеме по льготной цене.